Министрами уже здесь лидеры общаются непротокольно. Такие кадры видели многие, но наша программа знает, что это было. Министр сельского хозяйства Узбекистана услышал от президента России. Спасибо за фрукты, мы президент присылали. Так вкусно. Теперь вы все знаете, что ваши фрукты едят президенты. Каково вот оно? Ответственность такая, конечно, но мы верим, что солнечный Узбекистан. И у нас есть на самом деле рынок в Российской Федерации, но это надо расширять. Аллея почетных гостей. Здесь с участием президентов разных стран уже посажено 15 голубых елей. Теперь будет еще одна, посаженная Владимиром Путиным. Так. Земля для подсыпки достаточно быстро закончилась. Владимир Путин решил собрать лопатой всю. Дерево посажено президентом России 27 мая. Как ухаживать за ним? Технология отлажена. Создаем условия, например, зимой, летом закрываем, чтобы солнце не спекло. Потом привыкает это деревья к нашим условиям, потом уже оставляем так. Елем, наверное, жарко, да? Елем жарко, естественно. Это же горные деревья. Но зато они долго лет живут и долго будут вспоминать люди. И как долго они способны расти, цвести? 200-300 лет. Класс. Это Путин про программу преподавания русского языка в школах Узбекистана. Она называется «Класс», и президент Узбекистана ставит вопрос, чтобы число преподавателей было увеличено. Шавкат Мирзиёев о развитии отношений с Россией. Много вопросов надо решать, а мы будем их решать. Совместных проектов двух стран. Много. И подписываемых документов десятки.